Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня буду показывать вам, как вырастить рассаду однолетних георгинов. Обычно я беру такой небольшой контейнер, землю я уже приготовила, прогрела в духовке, минут 20-30 прогреваешь в духовке где-то, ну, при температуре там 180-200 градусов, и остудила. Все, землю, конечно, лучше взять рыхлую, хорошую, воздухо- и влагопроницаемую. Сверху на поверхность земли высыпаю в произвольном порядке семена георгинов. Все, этого вполне хватит одной пачки на такой маленький контейнер. Поправить поравномернее, если надо. И сверху присыпаю землей. Не сильно глубоко, примерно на 1 сантиметр, не больше. Я обычно все свои посевы, которые более-менее крупные семена, так сею. И это у меня хорошо получается. Немножко прикатать землю. И полить сверху водой. Ну, сейчас водичка впитается. Теперь обычно закрываю крышкой и ставлю на свои полочки вместе со своими другими цветами, галаксиниями в том числе. У меня там температура плюс 23-25 градусов примерно, как раз такая температура нужна для хорошей схожести семян. Георгины отлично взошли, на 12-й день вот они вот так выглядят, взошли и уже немножечко подросли. Пока они еще маловаты для пикировки, нужно дождаться появления парочки настоящих листиков. Ну а пока просто поливаем по мере необходимости, ни в коем случае нельзя переувлажнять, ну и не засушивать, и обеспечиваем хорошее освещение. Георгины мои подрастают, сейчас им 20 дней со дня посева. Такие они уже большенькие, в такой стадии уже можно их пикировать, рассаживать по разным стаканчикам. Сейчас я несколько штучек, таких, которые покрепше, как обычно. Вы уже знаете, что я делаю в основном по 6 штук. Вот 6 штучек, таких, которых побольше, я как раз и возьму. Вот хорошие уже сеянцы какие, вот какие уже корешки у них. Так. Насыпала в стаканчики земли, но не полностью, я обычно вот так насыпаю немножко земли, потом ставлю сеянец и обсыпаю его, мне так удобнее. Сразу же корням немножко воды сейчас дам, чтобы они расправились. И побыстрее сеянцы росли. Так, заглублять нужно по самые семидольные листики. Так, сейчас поправлю там земельку. Все, хорошо. И еще немножко сверху поливаю. Вот так я делаю пикировку обычно георгинов. Все, все 6 штучек я пересадила. Если они потом еще немножко вытянутся, то земельки я подсыплю. Подкармливать рассаду георгинов я не буду, они и так достаточно быстро и хорошо растут. Рассада моих однолетних георгинов уже выросла. Все, они достаточно уже большенькие, крепенькие, хорошенькие такие. В таком виде уже можно их высаживать. Подкормки я никакие не делала георгинам, они и так сами по себе прекрасно, очень хорошо и быстро растут. Вот такая рассада у меня выросла почти за 2 месяца. Ну, буквально там несколько дней до 2 месяцев не хватает. Вот рассчитывайте сроки посева примерно, ну, за 1,5-2 месяца до предполагаемой высадки в грунт. Еще один интересный факт хочу вам рассказать про однолетние георгины. Вот почему-то принято их выращивать как однолетние, каждый год сажая семена и высаживая рассаду потом в грунт. Но на самом деле они тоже многолетние. У них к осени образуются такие же клубни, как и у наших обычных многолетних георгинов. И если осенью вот эти клубни молодые выкопать и сохранить в погребе, ну, как мы обычно храним наши многолетние обычные георгины, то их следующей весной можно будет высадить, они прекрасно сохраняются. И так делать из года в год. Конечно, они на второй год будут больше цветов давать, потому что все-таки это будет уже более взрослые растения, и цветов будет больше, и сам куст будет лучше. И потом их тоже можно размножать делением, ну, клубнями, делением корневища.
Вот так, такой интересный факт. Так что, если вы, может быть, вырастили рассаду однолетних георгинов, посмотрите осенью, они образовывают клубни, достаньте их, сохраните, и весной вам не понадобится снова выращивать их из семян. Вот особенно можно так поступать с наиболее понравившимися расцветками. Бывают очень-очень красивые такие однолетние георгины. Кактусовидные, шаровидные, помпоны, они прямо такие набивные, красивые шары, прямо такие действительно как помпоны. Вот, дорогие мои зрители, теперь вы знаете, как выращивать рассаду однолетних георгинов. Желаю вам красивых цветов, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.